раунде проходил лагерь для профессиональных игроков, ежегодный предсезонный лагерь, который позволяет игрокам лучше войти в рамки сезон. В нем принимало участие 17 спортсменов, в том числе и 2 игрока из баскетбольного клуба ЦСКА. Гаврилов и Малейко. Основная задача лагеря была подготовка к сезону, предсезонная работа в командах и профилактика травматизма, чему нужно уделять каждый год, уделяется очень много внимания. Это позволяет нам снизить риски получения травм в течение сезона и продлить долголетие спортсмена, если говорить так вообще. Сезона мы месяц тренировались с ЦСКА, с молодежной командой, так сказать, заканчивали сезон, поддерживали форму. Я принял решение, то, что надо будет сделать операцию. Где-то месяц-полтора совсем ничего не делал. Съездил отдохнуть в Турцию и потом вот начал потихонечку набирать форму. Андрей Николаевич Мальцев мне посоветовал сходить в Буринкэмп. Я связался с Евгением Анатольевичем и принял решение участвовать в кемпе. Были ограничения, и как бы и доктор, и Евгений Анатольевич согласовали все это и все знали. Но больше делала упор на ноги. Мы занимались по 2 группы. Одна была помоложе. Гауэр у нас выступал постарше. 2 тренировочные недели. Цикл был 3 тренировки. 1 выходной. Мне очень все нравится. А вот и он. Очень все понравилось. Тренер мне очень много дал, я чувствую, что добавили этим летом. Но очень рекомендую, это лучший тренер, которого я знаю, и мне очень повезло, что я с ним познакомился и поработал с ним. Да, я очень доволен, хочу поблагодарить весь тренерский коллектив, это было круто, все очень понравилось. Хотел сказать большое спасибо всем ребятам, которые приняли в лагере, за их самоотверженную работу, тренерам Никите Мугунову, Леву Ботникову, которые помогали мне в этом. Ну а также всем организациям плейграунда. Будем кемп!